Ну что ж, друзья, всем привет, с вами снова я, Артём Плотников, и мы с вами продолжаем играть на сервере Premier Game, друзья, это Самп. Ну что ж, у нас сегодня сходка запланирована в ангаре, вон там уже, я вижу, админы пишут просьбу находившихся в ангаре поставить авто ровно. Собственно, я некий флешмоб, можно его так назвать, но это далеко не флешмоб, назвал... Предложил, в общем, всем ровно в ангаре потом построиться, перекрасить свои автомобили в яркие цвета. Вон, видите, Алинка Миронова покрасила в розовый свой Mercedes E500. И мы сейчас с вами тоже отправляемся в тюнинг, пока у нас есть время, отправляемся. И будем перекрашивать свой морчонок тоже в какой-нибудь цвет, потому что все равно мы марк потом будем в дон цвет перекрашивать морковный. Вот. Ну и, собственно, сейчас покрасим его и будем творить жесть, уже поедем в ангар. По-любому уже народ толпится, потому что времени осталось совсем чуть-чуть. Итак, ну что ж, отправляйся в тюнинг, я не знаю, сейчас какой-нибудь голубой, наверное, покрасим его, марк. Диски же какие-нибудь яркие тоже сделаем, короче, вообще билиберду сейчас натворим, вон гелик голубой. Так, ну что, я думаю, друзья, будет весело, потому что я еще всем предложил танцевать напротив своих автомобилей, когда они приедут и встанут ровно. Вот, ну что, собственно, погнали в тюнинг. В ангаре ровно авто поставьте, надеюсь на адекватность, иначе начинаю карать. Ну, собственно, да, друзья, так и нужно делать, если кто-то нарушает и неправомерно что-то начинает делать и вообще начинает творить хаос, то... Да, тут нужно уже принимать меры по пресечению данных нарушений. Ну, я надеюсь, друзья, что у нас все будет хорошо, хотя я сомневаюсь в этом. Все равно найдутся те люди, которые захотят выделиться там среди всех и сделать какую-нибудь пакость, гадость. Но я надеюсь, бомбу-то никто не взорвет, как это бывало у нас с вами на прошлых сходках. Собственно, сходку почему решил сделать? Да потому что много опять народу стало писать, что я хочу попасть в серию, как мне попасть в серию. Вот вам, друзья, отличная возможность попасть в серию, собственно. И не надо ездить искать, я сам вам назначил время, дату, где, что, когда, зачем, почему. Только хотел заранее написать, так как согласовывал все эти действия с администрацией, собственно, чтобы никаких у нас разногласий не получилось. Вот, но админы... поздно больно ответили, и поэтому я решил сам назначить место. Собственно, в ангаре, я думаю, будет самое оно. Потому что там меньше все-таки народу у нас собирается, и можно там нормально провести сходку. Ё-моё, денежек-то мне не хватает. Ёкарный бабай, а? Артём, стой. Ну, красавчик, просто взял, подпер. Какой цвет поставить? Я откуда знаю, какой тебе цвет поставить. Какой хочешь, такой ставь. Я тут вообще при чем? Так, ну что ж. Не знаю. Так, ну чё, давайте, цвет, 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 покраска машины, сейчас мы какой-нибудь с вами сделаем, вот так, вот это вот мне нравится, и, собственно, даже диски мне не надо, и так прикольно все смотрится, так, мне, кстати, голубой марк нормально так-то вообще в натуре смотрится, мне прям нравится. Мне прям понравилось, друзья. Итак, нам звонят, сейчас еще будем приветики передавать, пока двигаемся в сторону NonRP Creek. Ну да, уже начинается жесть. Вот. Пока едем в сторону мероприятия, будем передавать приветики. Собственно, друзья, я вам не говорил, но на сходке будет присутствовать также Максим Бурматов. Все вы его знаете. Интернал, Максимка. Красавчик, просто отличный пацан. Вот, блин, я сейчас на красный, да, прилетел. Извиняюсь, друзья, я не хотел. Я что-то... Да. Что-то да. Вот. Но... Максимка не будет с нами в скайпе сегодня и вообще его не будет слышно, так как он чуть-чуть приболел. Поэтому давайте, друзья, в комментарии напишем «Максимка, выздоравливай», хэштег у нас такой с вами будет. Собственно, Максимка, я думаю, оценит, ему будет приятно. Вот, да, Максим, выздоравливай. Ну что, погнали приветики. Привет от Дмитрия Тумайкина к Андрею Тумайкину. Приду привет Дмитрию Тумайкину, передаю Андрею Тумайкину, то же самое, ё-моё. Передаю привет Данилу Фомину от Ивана Фомина. Привет вам, чуваки. Передай привет мне, Михаил Кибасов. Привет, Семихан. Передай привет Артему Плотнику от Никиты Антипина. Здорово, Никитос. Передай привет Артему Плотнику от Владимира Лубенца. О, Настюха. Всем-всем от Асечки Макаровой, Настя Попова на комп-сервере. Привет, премьер. Печеньку будет только с чаем. Собственно, Настюхе было день рождения. Я забыл ее совсем поздравить. Точнее, не забыл. Я ее поздравил, но в серии поздравить не смог, так как серии у нас в тот день не выходили. Собственно, но Настюха, я думаю, на нас не обидится. Настя, привет
тебе большой, а также с днем рождения тебя. Кстати, будет скоро совместное видео с Настей. Кто не знает, кто такая Настя, это та самая Настя, которая организовывала, хотела организовать и пыталась организовать бои без правил, так сказать, да, они так и назывались. Но ей, в общем, отказали в организации, в проведении, ну и, собственно, иначе сейчас фотка закончится. Ну и, собственно, Настюха вам сама все расскажет, как и что там у нее было, что у нее не получилось и почему. Вот, но просим Настю, собственно, о съемке. Итак, что-то там жесть какая-то, походу, творится. Можешь забрать, а то у меня авто угнали. Нет, я тебя не могу забрать, дружище, прости. Так, поставили все авто ровно в ангаре, иначе сейчас сходка закончится. Ну вы что, друзья, давайте как бы не будем, что ли, нарушать. Итак, зарплата 7500 у нас пришла с бизнеса, в принципе, неплохо. С учетом того, что недавно мы срубили 1,5 ляма с зарплаты. Вот. Так, опять нам звонит тот же самый человек, но мы не будем от него брать трубку. Это, ох ты ж, ни хрена себе, сколько там автомобилей. Опа, у нас уже тут встречают, уже танцуют. Итак, давайте, друзья, как бы поорганизованнее все будем делать. Вон, собственно, администратор. Ух ты ж, ёкарный бабай. Охренеть, давайте куда-нибудь с края вот здесь вот встанем, что ли, чтобы нам не мешать никому. И так, тихонечко. Хорошо все-таки, что администраторы присутствуют на данном мероприятии, потому что сейчас здесь будет твориться жесть. Вот, собственно, меня будет ОМОН охранять. Так, круто на самом деле. Друзья, всем привет, всем большой вам привет. Сейчас мы быстренько пробежимся по автомобилям. Бродяга тут такая стоит, но тут все как бы на строгом стиле, все такие тут красавчики, темненькие. Так, я должен найти Макса, кстати, у него розовая чепырка, на самом деле, не знаю, успеет он, не успеет, он так-то в бонзоне находился, но, возможно, он сократил себе срок за донат, я не в курсе. Ох, оранжевый гелик тоже прикольный, на самом деле. Так, тут у нас что дальше? Ну, тут все у нас косят под Давидыча, как обычно и как всегда. Так, ну тут зелень у нас, о, морчонок. Вот это вот, да, морковный цвет-то, да? Или это красненький больше? Тут мой морковник. Ну, собственно, друзья, все прикольно. Итак, ну что ж, давайте, друзья, всем привет. Передай привет Джека. Всем привет. С кем тут здороваться-то? АККЕПТПТТПТ. С кем? Не знаю, с кем поздоровался, но с кем-то я, в общем-то, поздоровался. Так, с кем еще? Вот, Алекс, здорово тебе. Привет вам всем. 30 тысяч мне кто-то дал. Ой-о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 й. Привет вам всем. Так, охренеть, просто жесть начинается. Ну, по крайней мере, пока что себе... Ё-моё, вот это да. Ну, ох ты, получил в лицо. На тебе затылок. По крайней мере, друзья, пока что жесть не творится в плане тут... Передай, дед... Передай... Привет, дай 300 тысяч, дед умер. Ё-моё, что за хрень-то вы пишете такую? Так. О, уже по головам пошли, начинают уже по головам ходить. Где ОМОН? Где ОМОН? Так. Охренеть, друзья, на самом деле. Ну, прикольно, прикольно. Вон там, походу, чуваки еще не вдупляют. Давайте попросим... друзья, встаньте все к своим автомобилям. Так. Ну, я думаю, меня никто слушать не будет. На самом деле... Ух ты, смотрите-ка, побежали к своим автомобилям. Офигеть. Вот это... Так, тихо, меня сопровождает админ. Меня сопровождает админ. Escape лучший. Тёма, передай привет. Дай денег. О, Кирилл Морин на гелике у нас. Сейчас мы посмотрим, кто у нас на чем ездит. Друзья, встаньте все к своим автомобилям. Чё? У меня его нет. Ну тогда не мешайся. Так, ну что, белая приора. Ага, вот тут чуваки спокойно стоят себе, поживают. Ох, ты хорошо. В бункере, смотрите, тут у них как сходки, не знаю, в разных городах проводятся такие сходки, типа встречаются на парковке, начинают все болтать, там в футбол играть и тому подобное. 600. Молодец, молодец. Передай привет. Да всем привет, всем привет. Ох ты, сидит, смотрите, сидит на машине такой красавчик. На самом деле, вот за это вот красавчик просто, Саня, молодец. О, тут вообще лежит, друзья. Это тоже прикольно, молодцы. Молодцы. Вот тут вот этот начинает
Отплясывать Рамзан тоже красавчик на своем Е500. Молодец, молодец. Тут тоже у нас, ну ты этот решил капот и крышу себе не иметь, решил просто так у тачечки потрястись, подрыгаться. Итак, идем дальше, тут дальше тоже чуваки танцуют. Молодцы, молодцы, тут банда Мерседес собралась, немцев просто. И шестерочка так вписалась, что он хочет, тут хвастается, что у него под капотом, да? Ну, в принципе, там ничего нового у него под капотом мы не увидим, но можно заглянуть... Ё-моё, ё-моё, ух ты. Но можно заглянуть к нему в багажник и посмотреть, что у него там на самом деле происходит. Ох, долбит нормально у него в багажнике, собственно. Ну что, так, где моя машина? Где моя машина? Моя машина там, не надо драться, друзья. Тоже танцует такой красавчик. Ашот, бригадир, не знаю, как хотите называйте. Во, Марина у нас тут отплясывает тоже. Хоп-хоп, ла-ла-лей. Ну тут банда немцев в натуре по этой стенке собралась, и я тут на япошке такое затесался. Вот. Так, тут у нас стриптиз, похоже, пошел. Пошел стриптиз. Собственно, так. Ну что, я не знаю, кому доход принесем, клубу или, собственно, принесем доход... кому еще это можно доход принести? Мы можем доход еще принести Лене Ершову. Но там даже парковочных мест не хватит, чтобы я отыграл ФТ-блат номера. Так, а мы поедем кататься. Да, поехали, в общем, все-таки в кафешку к Ашоту. Поехали. Поехали в кафе у Ашота. Так, ну чё, собственно, всем сказал. Сейчас все, надеюсь, разбегутся по своим коням. Так, вот, собственно, мой конь. Ой-ой-ой, меня тут заперли. Сейчас будем ждать, пока он на BMW, чувак, отъедет. Ну что, друзья, собственно, потихонечку начинаем все движения. Так, тут нам опять начинает все названивать один и тот же человек, поэтому мы выключим телефон. Так, ну что, друзья, потихонечку начинаем движение. Давайте, давайте, не толпимся, друзья. Едем, едем, едем. Не надо меня сзади подталкивать. Вы что творите, друзья? Не надо, успокойтесь. Сейчас все успеем, все доедем. Так, нам, похоже, нужно, друзья, вырываться, потому что здесь неадекватно какие-то водители начинают творить жесть на самом деле. Чё ты меня долбишь? Сиди нормально. Ой-ой-ой, вот это там кто-то боком на бэхе нормально заваливает. Кто это такой? Вадим Филаретов, красавчик на самом деле, привет Ютубу, привет, привет, привет вам всем. Итак, ну что ж, начинаем двигаться, у нас огромное количество, но я надеюсь, что, собственно, все будет тихо. Нам уже всю тачку с вами раздолбали, но это, собственно, сходка, и здесь всегда все так происходит, поэтому даже удивляться нечему на самом деле, да я, собственно, и не удивлен. Я думаю, что мы сейчас, возьмем скутер и принесем мне небольшой доход к бизнесу. Попробуем на самом деле, чтобы все пересели на скутера, чтобы, собственно, мы машину свою дальше не разбивали и больше за ремонт не платили. Сейчас на мосту столько народу побьются, я просто в шоке буду. На самом деле, реально сейчас много народу побьется. И мы завернем к скутерам, поставим Марк на стояночку, а сами отправимся дальше на скутере, потому что это будет безопасней и реальней, на самом деле. Ё-моё, тут просто жесть творится. Кто-то ссать начинает. Ё-моё, замом Биза сделаешь. Какой зам Биза? Ты чё, успокойся, нам бы доехать еще до Биза. Я тебя выкину сейчас, если будешь флудить. Я тебя точно сейчас выкину. Еще раз, и я тебя выкину. Вот, еще только разик. Так, механик. Ой-о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 й
это зима, и здесь сразу же заносит, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой, это опасно на самом деле. Дели-дели-дели-дели, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Поворачиваем. Тихо-тихо-тихо-тихо, встаем. Все. Оставляем Марк здесь, быстрее садимся в скутер. Скутеров нет. Есть скутер, есть, отлично. Один скутер, последний остался скутер. Вот это да, вот это везение. Все. Отлично. И все на скутер прыгают. Смотрите. Ой. Так, друзья, отправляемся дальше. Алинка Миронова. Ви-ви-ви-ви-ви-ви. И мы с вами летим, просто летим. Надо лимит снять. Лимит 0.
Итак, я напоминаю, соблюдайте РП, сейчас баны полетят за вождение. Но на самом деле, друзья, давайте как бы себя поспокойнее вести. Блин, нужно было стрим снимать на самом деле, чтобы вы слышали все в прямом эфире. Это было бы гораздо... Опа, на красный пролетело, вот это да! Вот это да, с админом едет, все можно, что ли? Шучу, друзья, на самом деле. Так, ну что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это да. Артем, ха-ха-ха, нормально все, нормально. Ух, друзья, на самом деле прикольно, все прикольно. Итак, если сейчас так и будет дальше продолжаться, то, наверное, я буду вынужден заканчивать нашу сходку, если будут многочисленные нарушения, и админы будут... бузить на нас, как говорится, то я лучше буду прекращать сходку, чтобы это хаос на самом деле останавливать, так как я не хочу себе портить репутацию, и потом вообще у нас сходок с вами не будет, запретят нам нахрен все. Поэтому, друзья, давайте себя поспокойнее как бы вести. Продай марк. Еджек 164, до свидания. Флудить не надо, все подписчики об этом знают. Ух ты, как сразу скорость-то у нас прибавилась, а. Вот оно что. Так, Леня Ершов половину нам своей прибыли отдаст потом. У нас с ним договоренность была, друзья, на самом деле, да. Ух, круто, на самом деле, народу много. Много-много-много. Но в Новый год вроде бы больше народу было, хотя, друзья, не знаю. Так, что еще тут у нас внутри сейчас будет твориться? А давайте сейчас в зиму, кстати, сбегаем. Так, сейчас в натуре я перекрою тут всем вход и скажу, побежали все в зиму. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Нам будет сюда еще выбраться. Выбраться, выбраться, выбраться нужно. Нужно выбраться, выбираемся. Отлично, 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 отлично. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Вот, отличненько, встали, все. Так. За мной. ПРП автового что-то поставили. Так. За мной. Так, все, побежали, друзья. Побежали, побежали. Тут сейчас в зиму, многие не знают об этом. А что заделали? А где дырка-то? А вот, 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 вот. Отлично, друзья, многие об этом не знают, но в кафешке Ошота имеется. Вот такая вот хрень, друзья, на самом деле. Артем Цыпык. Че я Цыпык-то? Сам ты Цыпык. Так, сейчас. Ой-ой-ой, не, нас сейчас уже так... Так, отличненько. Замечательно просто, отлично. Где все у нас? Артем Эск Цыпцык. Цыпцык. Почему я Цыпцык? Я вот этого не понимаю. Цыпцык. Ну что, посмотрели на зиму, погуляли и побежали обратно. Собственно, там уже администраторы негодуют, потому что многие поставили авто, не ПРП. Поэтому нужно наш скутер как бы спасать. А то мало ли под горячую руку попадет. Как же я потом без скутера-то? Ох. Так, здесь у нас все жрет. Ой, да тут еще только начинают заходить все. А мы уже... Охренеть, что тут творится. Ё-моё, вот этот вы хаос тут натворили, друзья. Все-все-все, пора, наверное, заканчивать, друзья, потому что хорошего помаленьку и хаос творить не надо. На самом деле, друзья, пора обращаться. Ну что, друзья, всем спасибо за такую сходочку. Я затащил, успел то, что сесть, наверное. Так, ну что, друзья, спасибо всем за сходку, за то, что вы приехали, побывали. На самом деле прикольно, все, кто хотел, попали в серию. Теперь, я думаю, мне поменьше будет писаться сообщение в личную, сообщение о том, что... Так, залезем в мусорный бак. О, все, спрятался. О том, что, Артем, я хочу попасть в серию там и тому подобное. Так, мы с ним спрятались, с этим чуваком, и так наблюдаем, наблюдаем. Ни хрена у тебя пасть. Вот, я думаю, поменьше будет сообщений приходить. Ну что, друзья, всем спасибо. Я думаю, вы рады, что попали в серию. Поэтому поставьте пальчик вверх. Соберем 200 лайков, будет следующая сходка. Но неизвестно, на каком сервере, друзья. Ну что, всем спасибо, всем пока.